Добрый день, друзья. Наконец-то я добралась до суматранцев. Посмотрим, как они тут в домике не сидят. Все на улице. Хотя сегодня очень холодно. Привет! Ой! Заячка! Девчонки! Привет! Лежат три подружки. Да! Ой! Ой! Там какие разбойки полетов! Ну, Кармен! Зая! Что? Я к вам не приходила, и вы уже... Ой, прямо-прямо. Кармен, прямо, и вы не хотите уже общаться. Скажи, где ты была, да? Где ты была, скажи? Мы тебя ждали. Ой, какие стать. Привет, мой родной. Единственный... Чё так шуганулся? Привет. Привет. Да, ты один у меня, кто фыркает и подходит здороваться. Так, где наш Акбар? Где у нас барон? Кто где? Пока что девчонки и красотульки. Да. Моя красивая зайчка. Все-таки не знаю. Ты для меня из суматранских девчонок самая красивая. Кармен, хоть бы голову повернула. Все-таки, мне кажется, такие они гордые кошки. Отличается чуть-чуть и характер от наших, да? Мальчишки вас бросили? Кися моя красивая. Да? Ну, самая красивая. Ой, прямо-прямо. Что такое? Я от чего-то отвлекла? Или ты так посматриваешь, злишься, посматриваешь, там проходочка идет? У суматранского тигра и у амурского. И сразу вот, друзья, видно. Сейчас поближе приближу. Видно размер, насколько амурского тигра, хотя это не самый, далеко не самый крупный амурский тигр. Вот они, видите, насколько размер суматранца, вот голова. Посмотрите, насколько голова амурского тигра крупнее и выше, насколько он. Иди, иди пофыркай, иди пофыркай, пофыркай, мой любимый. Да, да, привет, и я рада тебя видеть. Что такое? Что? Ты больше любишь со мной общаться внутри в домике, да? Мой золотой, мой красивый. Я по тебе тоже скучала. Ну, ты видишь, то туда, то сюда, то Питер, то враги. Да. Ой, ты тоже не любишь слово враги. Кто где? Где Акбар? Он опять нюхает, нюхает. Кто-то еще в домике, наверное. Стоят на одном уровне. Почти. И по законам фото, да, суматранец стоит впереди. Значит, ближе к объективу, значит, он смотрится визуально больше, чем есть, ну, по отношению к амурцу. Тем не менее, чем ближе стоит к камере, тем объект смотрится больше. Тем не менее, он явно проигрывает. Охотятся, охотятся мальчишки.
один амурец против трех суматранцев. Голова значительно меньше. Вот эти амурские тигры ходят. У него как-то так более гордая посадка, что ли, головы. Как это сказать? Значительно мадахи прыгают. Пятится, пятится, пятится. Они уже, в принципе, долгое время тут вместе. Хотя амурский тигр один, но он явно себя чувствует здесь хозяином. Охотится. Зато у суматранцев все-таки ярче окраска. Видите, более выражены белые части. Охотится, охотится. Мои красавцы. Переход более четкий от рыжего к белому. Задний ход. Цирковая выучка дает о себе знать, да? Ты умеешь ходить вот так задом наперед. Иди сюда, Акбар. Ты самый большой, но все равно прижимаешь лапы. Ну. Опять задний ход включаем. Циркачи. Мы умеем ходить и задом наперед, и на задних лапах, если надо. Нет, я не видела, чтобы наши ходили так долго и, главное, ровненько, как по бревнышку. Ну, так и будешь прижиматься к полу. Амурский город. Видите, насколько шире лицо, чем у суматранцев. У них, видите, какая узкая мордочка. Так что как-то так. Проведали вас долго по такой погоде. На улице не снимаешь. Завтра обещают уже плюс 9 и солнышко. Так что приду к вам любоваться вашими повозочками завтра.